Здравствуйте, это программа о душевном здоровье. Мы продолжаем разговор о психологии. И сегодня мы с вами должны еще раз поговорить вот об этом очень важном предмете. Об воздействии на человека, ближайшей к нему духовной реальности, бесов. Мы с вами выяснили, что каждый человек, это утверждает христианская психология, родившийся на свет, в большей или меньшей степени бесодержимая личность, потому что бесы — это ближайшая к нам духовная реальность. Они внушают нам мысли, и мы можем эти мысли принимать за свои собственные и ими руководствоваться. И тогда наша жизнь превращается в бесодержимость. Бесы знают, какие мы. Они знают наши повадки, они знают наши склонности. И они ведут себя с людьми так же, как ведет себя рыбак, который ловит рыбу. Он знает, на что рыба клюет. Он знает повадки разных пород рыб. Он знает, что окунь клюет вот на это, сорожка на это, лещ на это. И вот он все это запасает, разные виды наживки, а потом забрасывает, и кто клюнет, вот, и обязательно кого-нибудь поймает. Клев хороший. У бесов очень хороший клев. Они знают наши страсти, потому что они сами этими страстями одержимы. Они знают, что люди в этом смысле похожи на них. И поэтому они именно на эти страсти, о которых мы еще с вами будем говорить впереди, они нас и ловят. Они внушают нам мысли на тему этих страстей. И одержимые этими страстями, мы с легкостью принимаем эти мысли за свои собственные и ведемся. Вопрос в том, почему мы остаемся при этом при всем живы. Да потому что бесы, несмотря на то, что они такие опытные, с таким многолетним стажем работы в отношении людей, они погубили огромное количество людей, целые поколения, целые рода, целые цивилизации они губили человеческие. Они не могут сделать с человеком то, что хотят, во всей полноте. Если бы бесам было дано сделать то, что они хотят, мы бы с вами, ну, если успели увидеть, ужаснулись бы. Потому что, скорее всего, люди поубивали бы друг друга, поуничтожали уже давно, там где-то на заре истории. А оставшийся в живых закончился бы жизнь самоубийством. Это заветная мечта дьявола и бесов. Все привести в то состояние, из которого Бог начал творить мир. В пустоту, в ничто. Когда-то не было ничего. Вот, если Бог творец, то дьявол разрушитель. Мы видим, как ведут себя бесодержимые личности. Они рушат все окружающее. Мы видим, что человеческая цивилизация идет по пути к гибели. Что все то, что мы называем научно-техническим прогрессом и плодами цивилизации, это то, чем люди движутся, те инструменты, которыми люди готовят конец истории, когда все закончится катастрофой, гибелью. Мы сейчас-то видим, что тот экологический кризис, в который цивилизация человеческая себя загнала, он уже необратим. Оттуда уже нельзя выбраться. Уже невозможно сделать ничего человеческими усилиями, чтобы предотвратить неминуемую гибель планеты. Процесс этой гибели запущен человеческой активностью. Это ли не бесодержимость? А все происходит под очень таким благовидным предлогом. Люди руководствуются какими-то идеями, которые являются, да, их собственным интеллектуальным продуктом, но навеянным бесами. Сам человек бесам ничего противопоставить не может. Но бесы знают того, против кого они бессильны. Они знают своего Творца. Вот именно знают. Хоть и есть такое выражение, и бесы веруют, и трепещут. Но надо понимать степень их веры. Она достигает очевидности. Они Бога видели, они Его лицезрели. Они знают, на что Он способен. Они знают, кто Он. И именно поэтому они не выносят Его присутствие. Там, где Бог, там нет места бесам. Они трепещут Его и бегут.
Человек – это дом, который Бог построил для себя. Если там не живет Бог, там живут бесы. Но если там живет Бог, то там бесов нет. Третий лишний. Когда Бог входит в наше жизненное пространство и устраивает все так, чтобы мы оказались в безопасности от бесов? Когда мы его призываем, когда мы его об этом просим. Когда человек свободно самоопределяется. Чей он будет? Раб? Раб Божий или раб дьявола? Потому что третьего не дано. Промежуточного вот этого положения, когда человек предоставлен сам себе, свободная такая личность, пожалуйста, я могу жить так, как хочу. Я сам решу, кому я буду служить, Богу или дьяволу. А захочу ни тому, ни другому. Вот буду жить, как мне заблагорассудится, и все. Нет, ничего подобного. Христианство утверждает, что человек либо раб Божий, либо слуга дьявола. Только когда человек раб Божий, он это знает и исповедует это с радостью, он счастлив. Потому что он видит, что когда он раб Божий, он раб Творца Вселенной, который его задумал и создал, самого человека, у которого призвание о каждом человеке, который любит человека бесконечно, так как родная мать любить не может, и который уготовил человеку то, что воображение человеческое даже не влазит до такой степени, это прекрасно и грандиозно. Вот этому существу, Богу, человек свободно вверяет свою волю и всего себя целиком. Он прямо так и говорит: «Господи, я твой раб». Он подходит к чаше со святыми дарами и отвечает произнесением своего имени на возглас священника: «Причащается раб Божий». И человек с радостью называет свое имя. Но когда человек раб дьявола, раб бесов, он думает, что он сам по себе. Он думает, что он как раз в этом промежуточном положении находится, что он свободен. Вот именно из этого состояния проистекают все либеральные идеи о свободе человеческой личности, о недопустимости нарушения прав человека, о безусловной ценности его земной жизни, когда все должно быть поставлено на службу человеческим желаниям здесь, земным, чтобы человек мог безгранично позволять себе все, что он захочет, потому что человек — это звучит гордо. Вот это самое настоящее дьявольское наваждение. И оно, видите, может принимать такие грандиозные масштабы целых, таких общественных идей, движений, политических веяний. Это может порождать противоречия между целыми религиозными течениями, цивилизациями, войну цивилизаций и так далее. Вот то, что-то мы подобное сейчас наблюдаем уже на земле. Как Достоевский говорил: в этом мире дьявол с Богом борется, а место битвы — сердце человека. Только видите, какая история? Человек не сторонний наблюдатель. Он не может быть сторонним наблюдателем. Ему нужно обязательно самоопределиться. С кем он? Чей он раб? И вся эта битва, такая грандиозная, можно сказать, вселенского масштаба, она за каждого конкретного человека. И от каждого конкретного человека Бог ждет именно этого. Ну, человек, ты со мной или ты с дьяволом? И чтобы человек вообще захотел на эту тему думать, чтобы он обнаружил однажды, что он не сам по себе, а он верой и правдой служит дьяволу, что вся его жизнь — это сплошное самоубийство, что это пустопорожняя суета. Для этого и нужны бесы. Бесы — такие же тварные создания, как и люди. И они находятся в мире, который Бог создал. То есть они находятся в воле Божьей. Этим миром правит Бог.
Поэтому ничто из того, что делают бесы и даже сам дьявол, не выходит за рамки Божьего промысла о мире и человеке. Бесы всего-навсего служебные духи в отношении людей. И их злонамеренность в отношении людей Бог использует в своих благих целях. Он нас смиряет бесами. Он бесами приводит нас к осознанию своей человечности, то есть своей принадлежности к Богу и желанию отдаться Богу целиком, посвятить свою жизнь Ему. Вот здесь Бог пользуется ими как инструментами своей любви к человеку. Точно так же, как любящий отец пользуется ремнем или какими-то еще средствами наказания, чтобы ребенок, не понимающий слов, увещеваний, просто страдал от того, что он делает. Человек до такой степени существо испорченное, что если он не испьет известную чашу страданий, если он не разочаруется в себе, в своей самости, в своей гордыне, в своем этом дьявольском устроении, когда он хочет быть сам хозяином своей жизни, то есть быть Богом, прямо как дьявол, он не сможет обрести своей человечности. Он не сможет стать тем, кем его задумал Бог. Вот поэтому Бог и использует эти духовные инструменты для приведения человека к себе. И когда мы обнаруживаем всю бесоодержимость нашего доцерковного периода жизни, то тогда мы благодарим Бога за то, как Он нас к себе привел. Если Он привел нас к себе вот через такие страдания, лишения, скорби, болезни, значит, другого способа не было. Значит, по-другому мы бы так и погибали в общении с бесами, с удовольствием. Поэтому у нас, у христиан, есть величайшая надежда. Мы все знаем из того, что нам говорит и Священное Писание, и святоотеческая традиция о дьяволе и бесах. Мы ни с ними, ни о них стараемся не говорить. Не поминать их лишний раз, чтобы не призывать. Мы о Боге в основном. Мы апеллируем к Богу. Мы знаем, что Он единственный, кто может прекратить действие беса на человека. Поэтому мы только молимся. Поэтому мы Его и просим, так как Он один знает, избавить нас от дьявольского наваждения, от этого состояния бесовского, как мы говорим, от того, что делают с нами бесы, и освободил бы нас от них. И Он это делает. И Он это делает так, как нам надо, как мудрый врач. Он дает лекарства с определенной дозировкой и режимом приема точно так же, и Бог управляет бесами в отношении нас. Он может совершенно избавить нас от них. Но Он знает, когда это нужно сделать и в каком количестве. И это все время с нами происходит. Если мы живем по-христиански, если мы становимся церковными людьми, мы видим, как Господь вырывает нас из-под этого дьявольского давления, из-под этого натиска мыслей, которые нам бесы внушают. Мы будем, вероятно, всю жизнь до смерти ощущать присутствие рядом с собой этих существ из ближайших к нам духовной реальности. Но если мы христиане, нас это нисколько не пугает. Мы не боимся никого. Это бесы боятся Бога. Это они трепещут при одном упоминании только имени Божьего. Поэтому мы этим и занимаемся. Мы призываем имя Христа. Мы говорим: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». В следующий раз мы продолжим разговор. Я напоминаю, что мои лекции «Школа православного самосознания» вы можете приобрести по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Также вы можете пожертвовать средства на строительство нового здания реабилитационного центра «Подвижник». Подробности на сайте «Братских.ру». Сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и с Богом!